Сегодня в Ярославле состоялась 34-я региональная конференция партии «Единая Россия». Она собрала более 100 делегатов. Особое внимание уделили выборам, которые проходили в регионе 8 сентября. Но главной темой стало подведение итогов реализации национальных и партийных проектов в Ярославской области в этом году. Подключены абсолютно все уровни власти. Именно национальным проектам, проверки, курируют их, то есть на протяжении всего времени, всего года. То есть мы подключены, мы сообщаем эти все сведения и именно в региональное отделение партии «Единая Россия», скидываем фотографии, то есть бываем на всех объектах абсолютно. Уже третий год в регионе нашими совместными усилиями реализуется губернский проект «Решаем вместе». Депутаты Ярославской областной думы, представительных органов и муниципальных образований, представители местных отделений партии «Единая Россия» принимают активное участие в проведении собраний жителей, подготовке проектно-сметной документации, установлении общественного контроля. Новые подходы и задачи на 2020 год также определены. Одним из основных направлений работы партии станет поиск лидеров и обучение активных представителей. Для этого в регионе планируют открыть партийную школу. Еще одним стимулом для развития станет поддержка инициатив. Кроме того, особое внимание региональное отделение планирует уделить работе с социально ориентированными НКО. Поставлены основные задачи для членов партии по работе с жителями нашей области, осуществление роли места партийцев в осуществлении национальных проектов, которые проводятся как по всей стране, так и в частности у нас, для того, чтобы в кратчайшие сроки жители, в частности нашей области, увидели конкретные результаты.